Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Один владелец. Восемь, девять, десять, одиннадцать. Мате! С другой стороны. То же самое с другой стороны. А потом Владимир уйдет, дальше будет. Приготовились? Да. Ну. Джен! Уно. Двое. Три. Патру. Чинч. Шаса. И все, я отпускаю. Шаса. Оп. Ноу. Мате. Хорошо. Баскин баскин на рудоля. За шею не берите, чтобы травм не было. Руку. Готовы? Да. Внимание. Джуэн. Уно. Дой. Три. Патру. Чинч. Шаса. Шахта. Оп. Ноу. Дечи. Мате. Кто удержал? 3 балла. Кто ушел? Зашел назад и зафиксировал дой. С другой стороны. Что дали? Поцеловали? Да. Ну бывает. Поменялись, приготовились. И туловище. Джуэ! Держи, держи его, Даня. Держи. Переворачивай и держи дальше, Владимир. О. Ну. Мате. Мате. Ушли, поменялись. Даня, ты остаешься. Машенька, смотри, сбоку держи. Сейчас. Смотрите внимательно. Сейчас держит своими двумя руками одну руку его. Только одну руку. Нет, ближнюю, ближнюю. А потом, да, вот ближнюю держим двумя руками. Маша, ты можешь туловище держать? Ну, давай. Внимание. Своими двумя и воздух. Джен. Уну. Дой. Трей. Патру. Шаса. Дальше борется. Шарфа. Оп. Ну. Мате. И если соперник оставляет руку, переворачивается, ложится на живот, делайте болевой. Ушел. Перешел. Поменять с другой стороны. Приготовьте. Сейчас. Джи. Уну. Дой. Три. Зафиксировал и отпустил. Патру. Чинч. Шапку. О. Осторожно. Даник, сядь. Ноу. Мате. Меня. Второй делал? Нет, поменялись, баскин-бас. Нет. Ты делаешь это. А, или Маша? Маша, Маша, ты делала? Да. Хорошо. Делай, Владимир. Владимир уходит. Приготовились. И джи! Уну. Дой. Три. Патру. Чинч. Шаса. Шахта. Оп. Ноу. Мате. Еще раз. Если противник ушел, зашел сзади, взял руку. Смотрите, он вышел с удержания, зашел назад и взял за вас. Да?
У вас есть рука, ставите руку сюда и переходите на болевой. Это полетит. Так как я тебя. Приготовились. Это с другой стороны, да? Внимание. Чай. Уно. Двое. Три. Стоп. Один. Батька. Владимир, там снимают людей. Шахте. О. Но. Мате. Значит, там есть такое правило. Если, например, вы сделали удержание, держите и ничего не делаете, вас не поднимают, то вам дают штрафное очко. Снимаете с вас очко. Одно очко. Надо поэтому какие-то движения делать, там, руками, ногами показывать, что вы хотите что-то сделать. Вот. Так. Сейчас захват. Два пацана. Сюда. Вы, пацаны. Значит, захват сбоку. Захватом шеи и ноги. Лицом на колени. Поперек удержание. Захват. Рука, шея и нога. Приготовились. На колени. Сбоку. Берешь новую руку, берешь новую шею. Нет, между ног. Так, и руку, или шею. Шею. Да. Внимание. Лучше шею брать. Чай! Уно. Двое. Три. Патро. Шахта. Шапте. Игрово работаем. Опт. Ноу. Мате. С другой стороны. Да между ног возьми, вот так. Можешь взять его там за брюки снизу. Че? Уно. Двое. Три. Патро. Чищ. Шапка. Шапка. Оп. Ноу. Мате. Бацким бац, вы меняетесь. Вот, вот, молодцы. Молодцы. Приготовьте. Влад, Влад, Влад. Не отсюда, а между ног. О. Так уйдет. Внимание. Джой. Уну. Давай. Души его ногами. Три. И держи вот так. Ложись вперед еще, патру, чинч, ну еще вперед еще, шаса, ногами лучше, шапка, о, Таник, еще вперед, ну, и вот удержание, сечи, а, о, как видите, он сделал, мате, стоп, а теперь еще раз покажи, только без сопротивления, нет, ложись, посмотрите, бери захват, Владимир. Вот смотрите, Владимир взял захват. Что сделал Даник? Он раз, ноги. Вот смотри, ногу вот сюда, Даник. Вот сюда. Под колено. На бал раньше. Треугольник. И треугольник. Получается удушающий. Все, поменялись. Тот же самый, но с другой стороны. Внимание. Джуэн. Уну. Двое. Три. Патру. Руку. Повернись в эту сторону, а потом в другую. Вот подмышку, подмышку и берет. Чинч. Шапка. Шапка. Оп. Но. Сорамете. Так. Дани, держишь Машу за руку и за торт. Влад ушел. Так, а вы сейчас делаете удержание верхом.
садитесь на живот партнеру, захватываете руку и голову, одной рукой сверху садимся, вот как Игорь. Лучше всего голову под мышку поставить. Нет, 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 так же, как ты брал, возьми, но голову под мышку. Под руку, нет, голову под руку туда. Вот так может быть. Ну, посмотри, как удобнее. Приготовились. А ты идешь и сбоку, Маша. Маша уходит. Ты уходишь. Ложишься на спину и уходишь. Быстрее, раз, раз. Нет! Руку. И сбоку, удержание сбоку. Нет, удержание. Как мы делаем? Руку, руку и шею, как мы берем? Только торс, в самом начале. Торс, торс. Вот сюда. Приготовились. Дже! Уну. Дой. Трей. Патруль. Чинч. Шаса. Шафта. Оп. Но. Мате. Правильно, Маша. Правильно, на разгиб. С другой стороны, Дани. Еще раз. Так, меняемся, меняемся. Просто по два раза сделаем. То же самое, но другой, второй номер. Внимание. Джен. Уну. Дой. Трей. Патру. Чин. Шаса. Шафта. От. Ноу. Мате. Далее пошел Владимир. Ты держишь, скажи ему, стоп, стоп, все. Ты Владимира держишь. Вот. Так, поменялись, то же самое, но первый номер. То есть по два раза. Внимание. Джен. Уно. Двое. Уходи, Владимир. Три. Патру. Чинь. Стоп, стоп, аккуратно, Никита. Шафте. Шафте. От. Ноу. Мате. Маша с другой стороны. Поменялись последний раз. Верхом. Сверху. Удержание. Внимание. Ближнюю руку держи. Блин, так это наоборот. Поставим эту руку вперед. И джэ. Уну. Двое. Вот так и держи. Три. Патру. Чи. Шаса. Шафта. Оп. Но. Мате. Хорошо. Так, Маша отдыхает. Даник между ног. Посмотрите внимательно. Даник между ног. Владимир его держит руками и ногами, а твоя задача сорвать и уйти с этого захвата. Встать, стой. Единственное, что нельзя поднимать и бросать. Бери захват, Владимир. Бери захват. Бери и руки держи, и на ноги можешь крестить. Ну, это уж совсем Даник. Да, ты вообще. Все встали. Все встали. Вот так как они. Приготовились. Держи за руки его, Владимир. Туловище. Вот так, как Владимир, смотрите, да? То единственное, нельзя сжимать ногами и выпрямлять. Приготовились. Джен! Стоп! Мате! Даник должен встать, разорвать захват, встать и уйти от него. То же самое тебе, Коля. Джа! Никита, встаем. Уходим. Эй, не ломай ему шею. Вот, вот, правильно, срывай. Вот, правильно, на него выходи. Мате. Баскин-бас. Держать, держать партнера. Сейчас Никита поправит. Ну, что хорошо.
Влад, не суй туда руки, тебе уходить надо. Ты наоборот, это пусть он держит, ты старайся убрать их. Внимание. Джен. Держи руки его, что ты свои руки держишь. Не дай встать. Идти вперед нельзя, чтобы шею не поломать. Девять. Уходи, Владимир. Матео. Хорошо. Поменялись. Мы два раза делали? Один раз. Еще раз. Удержать противника, не дать ему уйти. И... Джиме! Уно. Дуэй. Три. Патру. Чинч. Шаса. Шахта. Ок. Ну. Мате. Жалко, что вы плохо болевой делаете. Нужно, чтобы отсюда болевой делали. Данил, камеру ты прямо ходишь. Давай, давай. Давай, Владимир. Баскетбол. Внимание. Джиме. Держи, Даня. Держи за руки. Бери, держи. Вот, чтобы он... Так, вот так. Прижимай его к себе. Прижимай, он хочет тебя сбить, а ты его прижимай. Шасы. Шапты. Оп. Но Зече, Мате. Сейчас противник лежит на спине. Вы находитесь со стороны ног. Ваше задание пройти на удержание. Единственное что, если вы берете удержание за руку и за шею, шею сильно не давите. Кстати, противник, если у вас взяли такое удержание, сразу руку отсюда и душить надо. Разрешается душить двумя руками сбоку, сзади, спереди. Вот спереди не знаю, но в принципе да. Итак, Игорь в стойку, а Влад на спине. То есть вправо-влево пройти на удержание. А Влад может затащить между ног, сделать болевой. Даня? Владимир, сейчас, подожди, Чеза, перейдите вон туда, между ними. Игорёша? Влад, подвиньте сюда чуть-чуть. Так, Даня, а вы вот уйдите сюда немножко. Угуряну, вы вон там. Итак, Даник ушел, Маша. Пройти и сделать удержание. Ногами не драться, защищаться, но не драться. Так, слышали Токтара? Фамилия такое. Это первый, который в Америке вот стал драться, эти вот бои без правил. И там есть вот этот из Бразилии, их целая семья, Грейси. И вот он когда дрался с ним, он там многих как бы победил, вот за счет борьбы самбо. Агрессия, значит, он раз ходил агрессию, ему бам, в лицо ногой, он и вырубился. Ну, внимание. Будьте здоровы, Юрий Александрович. Первый раз с эпоксом Заев. Опять Заев. Да при чем Заев? Заев дрался на 10 лет позже. Приготовились? Джим! Еще раз. ММА, UFC, это совсем другое, это бог. А я говорю не про бог. Сверху сел! Влад, уходи. Дело удушающее, ногу ему на шею забрось. Мате, 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 аккуратно,
Поменялись. Даник вышел, Маша осталась. Нет, Даник в стойке, Маша в парке. Да, потому что девочки всегда упадут и лежат. Ну, я что не знаю, вон у меня сколько девочек. Вот посмотрим. Внимание. Пройти, сделать удержание болевое. Ну, то же самое. Че? Уно. Двое. Трей. Патру. Чинч. Шаса. Шапка. Оп. Ноу. Мате. Мате. Вот, молодец. Так, Владимир ложится, Маша доходит. Еще приготовились. Вы менялись? Нет. Два раза один, два раза второй. Значит, меняемся. Внимание. Джен! Делись лад ногами. Убирай руку. Души его. Держи его. Восемь, девять, мате. И последний раз. Приготовились. Даник, проходишь ей. Внимание. Джо! Ноги выше, берите далее. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Мате, попался Коля. А? Здесь, мне кажется, даже пропустить можно. Есть два варианта. Первый вариант. Просто когда Коля, ты берешь и делаешь удержание сбоку, он делает. Просто ударил по руке сверху, снизу вверх. А не рука раз и убежал, он тебе спиной. И ты его душишь. Это... Иди сюда. Только так, не со всей силы, потому что я вообще не такой старенький. Вот, вот делай удержание. Вот делай, делай за шею удержание. Вот, видишь, пробрасываешь. Видишь, пробрасываешь, вот, ходишь сюда. Это первый вариант. А второй вариант, даже делай удержание. Вот рука, видишь, отсюда, оп, и стараешься, оп, и отсюда выходишь. Опять же, как бы упор или таз убираешь. Оп, вот такие два варианта. А еще один вариант сюда, когда вот садись, когда ты сюда делаешь на бочок, когда вот так стоишь, вот так руку, все, они сразу делают, сразу делают болевой. Сразу. Только еще раз сядь на колени. Здесь, здесь. Посмотрите внимательно, если вот этой рукой ты начинаешь меня брать, вот этой рукой, все, задница, они сразу делают болевой на руку. Ложись сюда, вот сюда. Еще раз, пацаны, это вы не делаете. Потому что вот показываешь вам, вы тут же забываете. Если вот этой рукой вы сюда, вот это, все. С рукой можете распрощаться, они сразу делают болевой. Сразу! Они все время в парке, все время болевой тут заставляют делать. Они тут же делают болевой. Еще раз, проходите не эту руку, а вот этой рукой надо работать. Эта рука должна быть здесь. А потом, когда прошли, уже другой рукой. Тут же болевой получите. Так, первый номер на колени. Второй стойки. Зайти назад. Еще раз. Смотрите. На колени. Да. Нет, не так. Вот так, на колени. Моя задача постараться зайти назад. Сюда, 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 зайти назад. На спину не ложиться.
Приготовь. Смотрите, чтобы по лицу не ударили. О! Футболочка с Олимпиады. Что здесь написано? Бейджинг. Аппаратуры накупили. Телефонов. Плавательных планшетов. Приготовились? Маш сверху. Да, Влад на колени. Приготовились? Еще раз. Не, колено вперед не выставляйте, в лицо не бейте. Внимание. Зайти назад и зафиксировать. Дже. Уно. Двое. Три. Владимир, только на коленях. И на животе. Три. Патру. И. Шаса. Шапте. Оп. Ну. Мате. Поменялись. Так, Даня, ты забегаешь, Маша. Маша на колени. Ты в стойке. На спину не ложимся. Что такое? Плохо? Как? А ты не дыши. Вот ты знаешь, зашел в маршрутку, а там душно. Если ты дышишь, еще хуже становится. А ты не дыши. Вот. Да, вообще умрешь. И не дыши. Ой, вы знаете, я маленький, когда я в автобусе ездить не мог. Мне так плохо было. Я не мог вообще никуда ездить, поэтому не люблю пешеходы. Вообще не мог. Плохо было, да, тошнило все время. А сейчас я другую методику приму. Как бы, во-первых, вращал головой немножко вправо-влево по три раза, по четыре, по пять, по шесть, ну не больше десяти. Ну где-то месяц, больше не делал. Все потом бросил. И когда я иду в маршрутке, не дышу. Первое, не дышу, а второе, не пью много воды. Воды. А я зашел в маршрутку, я сухой. А все мокрые. Мокрые, пот льется. Не пейте перед этим. И будете чувствовать себя лучше. И мне все равно, где в маршрутке сидеть. А автобус, вот Юрий Александрович так хвалит. Блин, запах. Непередаваемые. Алкоголики, пьяницы, старушки, дедушки, блин. А у них не всегда постирно. Ёпарасоте, блин. Да я лучше маршрутки вот так буду вот лежать на полу, чем вот так стоять в автобусе. Трясется. Блин, останавливаешь, летишь. Взяться негде. И те же самые трилеи. Не, лучше в маршрутке, блин. Два раза быстрее. Да вкус и цвет. Всех. Да ну его нафиг, я отсюда 5 остановок, блин, дурдом. Приготовились. Внимание. Забежать. Джин. Нет, ты говоришь, что в автобусе 6, 7, Маша, уходи. За шею не бери. 7, 8, 9, Мате. Хорошо, встали, пошли вокруг ковра. Хорошо, пацаны. О, ниндзя. О, еще второй ниндзя. Мне понравился этот фильм «Джеймс Бонд», когда там в Египте он там был. Идет по базару, и вдруг на него такой мужик, здоровый, красавец, сложенный, у него два меча, он так, ну все, он так взял пистолет, и убил, 20 лет чувак тренировался, а тот, и все, и никому не нужен. Так. Мне нравятся эти фильмы, особенно египетские, когда он берутся у стены, раз нету у него, он спина на стене. Даник, ты у нас ниндзя? Нет. Молодец. Хорошо,
Подошли сюда, сели на пару секунд. Сели. Так, еще раз, сели. Значит, там идет так. Если идет бросок и нет фиксации, не считается. Дальше. То есть бросок и фиксация. Ты сделал бросок и не зафиксировал. Или на удержание. То есть нет фиксации. Фиксация так. Бросил и должен удержать. 3 секунды. Но, когда вы делаете удержание, у вас рука остается. Это сразу болевой. Значит, если вы держите удержание. Да. Так мы сделали удержание, да? Смотри, если ты бросил, ты должен хочешь иметь баллы, ты должен сделать удержание. Значит, сразу на него падает. Ну, да. Можешь упасть так, чтобы он не двигался. Нет, ну раньше вот дзюдо, вот сейчас, вот у нас был целый год или полтора. При броске ты должен упасть, япон это на спину, четко. А когда на спину бросаешь, ты его должен бросить на спину, ты уже не уходишь, ты на него падаешь сверху. Но это чревато тем, что твои суставы страдают, потому что раз не уходит, рука раз подвернулась, там еще что-то, кроме противника. Раньше под дзюдо считалось тоже так, чисто только. И японцы что делали? Они специально бросали, даже просто бросали так на спину, жестко. Что вам сказать? Раньше татами было солома с глиной и сверху вот такое покрытие. Что такое солома с глиной? Это пол. Неправильно приземлился, сломал ключицу. Неправильно приземлился, сломал руку. Там долго не боролись. На настоящем татами. То есть мы не сразу на настоящем боролись. Мы боролись по самбо сначала. Потом стали. Травмы стало много. И они стали уже делать из поролона. То есть какой-то есть стандарт. То есть как, толщина. Они мягкость. Сразу не додумали, что травма все равно будет. Понимаешь? Это все равно, что вот Реал, и вот он уже 10 лет Реал, да? Уже всем надоел, а он все равно выигрывает, да? А так вот, было бы поле, например, как на асфальте играли бы. Рональдо 2 раза упал, все, появился бы новый Рональдо. Другие бы выиграли. Понимаешь? Так и там. Вот. Ну, раньше же, вот давай так, если возьмем Японию, там же не было вот нефтеперегонных заводов. Вот это вот, это остатки от нефти, они когда перерабатываются, остаются остатки, они из этого делают. Из этой пены как-то, не знаю, вот, скрепляют ее, и получается. А вот посмотрите, как вы боретесь, да? Посмотрите, Сергей Анатольевич, вы же еврей. По сути, да, Юрий Александрович? Мы все евреи. Мне директор сказал, Анатолий, ты хочешь татами? Хочу. А потом, не, не хочу. А почему не хочешь? Я говорю, потому что татами оно жесткое. Если я поставлю его на пол, скорость намного возрастает. Но возрастает возможность травм. Если бы у меня здесь еще выкид 2 раза в день тренировалось, я бы его только его ставил. А так как вы, их вас мало, каждая травма. Вот ты травмируешься, он уже не работает. Уже не с кем. Коля с Владом, да, вот они подходят чуть-чуть друг другу. Коля сильнее, правда, но, да. Вот, например, вот, 1, 2, Поляков, 3. Да, Бутук ушел, Поляков травмировался, все, с кем работает? Не с кем работает. Поэтому я говорю, нет, вот этот мат, если вы мне оставляете, Леонид Фанасьевич, тогда я беру тотально. Он говорит, ты еврей. Все, и у меня вот этот мат, мягкий, вот такой. А потом вот этот. Чемпионами вы станете, не станете, а здоровье нужно всегда. Хотелось бы, чтобы у вас и здоровье было, и чемпионы были. Да, вот я на кого рассчитываю? Вот я рассчитываю на Влада, рассчитываю на Игоря. Мальчики, сейчас вам скажу, грэплинг, джиу-джитсу, дзюдо, самбо. По дзюдо тяжеловато, но он уже 2 раза за выход в финал боролся за 3. И если бы мы с тобой не раздорили, уверяю тебя, он бы был. Он как настоящий друг тоже перестал ходить, что плохо с одной стороны. Лучше бы он стал ходить и тебя бы затащил. Вот.
на соревнованиях, видишь, сразу другая борьба. Да, где сильный, там попался, ну, там понятно. А где чуть-чуть слабее, там, извините, задница. Взял и убил, и все. Ну, у вас там как бы интернат приехал, тоже, ребята, не подарки. Ну, вот, вот тебе первый там такой попался, вот такой фрукт. Другой неплохой был, у Влада неплохие. Еще раз говорю, Олимпия, интернат, они крутятся все время. У них там схватки, у них по субботам схватки есть. Они тоже приходят схватки. Как бы когда-нибудь заставлю вас, если получится. Так нет, ребят, пожалуйста. В субботу пошли бороться. Я только позвоню тренеру, поспрашиваю, Витя, можно? Вот, это лучший друг, мой лучший друг. Витя Горобец, который работает в интернате. А почему здесь не работает? Здесь? Ну, ты здесь вот раз, два, дальше что? Коля может небольшую конкуренцию ставить. У Опря, куда готовится 12 класс? Что я ему скажу? Бросай 12 класс, иди сюда работай. Дальше жить же надо. Дальше работать, все. Вот мой ученик Эдик Фиников стал сейчас, выиграл чемпионат Англии под дзюдо, подростный. Он здесь тренировался, ушел в интернат, он пришел, выиграл. Нормально? Нормально. Так, значит, сейчас поборемся. Давайте еще раз напомним. При броске фиксация. Давайте, я не буду говорить 3 балла, 2 балла, 3 балла. Зафиксировал удержание, и чтобы это было чуть побольше, 5 секунд. Судья говорит, раз, два, три, четыре, пять. 3 балла. Второй сидит и складывает, считает. Раз. Дальше. Ты сделал с этого стороны удержание? Сделай с другой стороны удержание. Перейди. Полностью перейди, тогда тебе еще 3 очка. Если нижний выходит наверх и фиксирует 5 секунд сверху, ему 3 очка. Встали в стойку, продолжайте бороться. Бросок, нет фиксации. Если упал и встал сразу в течение 3 секунд, значит ничего нет. Бросил, удержал, 3 очка. 2 человека работают, 2 борются. Один судит на ковре и дает оценки. Второй сидит и считает. Хоть на пальцах, хоть так. Значит еще раз, как? Посмотрите, вы начинаете в стойке, переходите там в партер, и в партера только если соперник в течение минуты, ничего не 30 секунд, минуту, ничего не делает, просто лежит. Тогда говорите, мате, и поднимаете в стойку. Если он шевелится, там раз руку сюда, раз сюда чуть-чуть, раз сюда, тогда все. Так. Какой смысл? Смысл, ты когда руку убираешь, есть возможность уйти. Если ты не убираешь, нет возможности. Так, значит так, вы вдвоем начинаете там. Коля судит, Николай считает. Николай, конечно. Так, дальше. Чезар Поляков начинает. Бутук. Унгуряну судья, Бутук считает. Туда. Туда. Чезар и Никита. На ковер. Бутук, Унгуряну. А вы туда. Маша, Владимир борется. Да. И еще. Еще, чтобы вы не забывали. Удушающий. Это чистая победа. Болевые на ноги, на колени, на стопы, на колени, на тазобедренный сустав. Здесь. И здесь разрешается, но не разрешают, правильно делают. Вот так вот, чтобы вы не делали. Но там в правилах написано, что разрешается. Они там пишут отдельно, что нет. Что вы сидите? Вы втроем туда. Так, Маша, Владимир, Даник и судья, и счетчик. Время! По 3 минуте. Боец!
той минуте вообще никаких оценок. Потом я говорю, пол схватки только болевые удушающие. А после 2 минуты и бросок считается, да? Я помню, что бросок засчитал. Да, да, да. Значит, еще раз. Ни бросок, ни удержание не считаются. Ни выходы, ничего. Болевые удушающие. Но болевые удушающие. Болевые удушающие считаются. Вопросы есть? Кто выиграет, том скажет мне. Итак. Готовы? Время. Чемпионат мира. Те, кто считает, могут пока отдыхать, только недалеко. А вот за души. Да, за ковром там останавливают. Что такое, Владимир, ударился? Что случилось? Что, загорал? Сожрать ноги, пройти Владимир Партер, перевести. Ногами сверху, ногами разговаривай. Убери стул, Даник, оттуда. Опять. Коридор. Молодец. Влад придумал новый прием. Две минуты прошло, все считаем. Эй, Даник, останови сюда. Какое шида, давай, Борис. Они как-то разговариваются. Да, договариваются пойти на пиццу без тебя. Накажи их за это. Держать, держать, Машка. Души. Ногу сверху перебрось. Держи вторую ногу. Вот так вылезай. Вот, подуши, но аккуратно. Получается. Даник, закрой их, чтобы их не ударили. Япон. Молодец. Все, ушли в сторону. Покажи, кто выиграл. Если ушла пара за ковер, все, отдыхайте, ушли. Фиксация есть? Нету. Держи, Игорек. Держи. Бросил, но не зафиксировал. Это не удержание, это болевой. Стоп, Мате. Мате.
Ставим стойку. А фиксация была? Вся. Да, 4 минуты. Стоп. Счет. Смотри, когда сзади считается. Когда ты лежал на спине, он был у тебя между ног или сбоку. Нет. Ты вышел и залез на сверху, тогда да. А просто нет. Мне кажется, нет. Когда ты с нижнего перешел в положение верхнего. Счет. 8-0. Все, пожали руки, ушли. Счет. А что, у них дружба есть? Дружба? Продолжают бороться. Так, Николай, Владимир, туда. Эй, Николай, Влад, туда. Чезар, ты там судишь. Бутук, ты их знаешь? Неправильно будешь судить, сразу по шее дадут. Идешь туда судить. Туда судить, туда. Ты можешь только Лёше пожаловаться. Но я думаю, они вдвоем Алёшу закатают в рулон. Алёша, это я тебе говорю, в рулон тебя закатают, пацаны. Все, ты для них уже жопа большая. Приготовились? Буквально. Две минуты еще только болевую душа еще время. Время. А здесь все считаешь. Все очки. Вот тут чемпионат мира идет. Знаешь, так оно какие деньги? Трилея. Да? Кто выиграет, дам трилея. Если борьба за ковром, останавливаем, и также передвигаются, ложатся. Да. Смотри. Не отпускай. Да, садись на колени. Встаешь ты, не встаешь. Нету 5 секунд фиксация. Бросок. Ипон. Болевой был, да? Влад. Да, Влад? Влад. Да, болевой был? Еще раз. Да. Так, он должен 3 болевых сделать. Хаджина. Или удушающий. Коля, только аккуратно. Дальше борются. Удержание не считается, только болевые. Чуть-чуть локоть Влад вытащи. Души его, Влад, души его другой рукой. Коля, аккуратненько, сильно не делай. Согни руку, разверни немножко, Влад. Души его, блин. Молодец, Влад, вот так, молодец. Все, время. Боремся, 2 минуты. Держи, держи сзади, будет 2 балла. Души, ногами держи. Не отпускай ногами, души его. Души, не отпускай ногами. Держи ноги, скрести и держи. Души, души. Да смотри, смотри, души. Стоп. Он что, укусил? Я сам его скрестил. Раз. Нет, это не удержание. Держи, держи, держи. Раз. Два. Все, еще один раз осталось тебе. Через тебя его, Коль.
Да не в бок. Хорошо. Стоп, стоп, Коля, аккуратно. А мате, мате, Коля. Мате, Коля. Мате, шею поломаешь ему. Он по каждому уже шею будет болеть. Держи, держи. Делай на ногу болевой. На ногу наклонись и возьми ногу. Ногу доставай. И изнутри. Время. Коля сделал три удушающих или болевых. Три. Только два сделал? Два болевых. И все? Нет, два броска. А, броски. Я сказал, три надо сделать. Бог любит троицу. Проиграл. Все, поклонились. Коля выиграл. Что у вас? Что Бутук насчитал? Были какие-то оценки? Дружба. Опять дружба у них? Еще раз остались. Так, выходит Унгуряну Бутук и Чезар Даник Маша. Зачем? Почему? Даник Маша Унгуряну сюда Бутук, Маша Даник туда. Хорошо. Так. Вы отдыхаете? Да, вы отдыхаете. Перейдите сюда, пожалуйста. Так. У нас судит этот Цуркан сюда. Поляков, здесь посуди, пожалуйста. Удушающие болевые в начале, а через 2 минуты уже можно делать все. Внимание. А я завтра еще раз правила почитаю. Время. Можно за ноги брать, переводить в парты. Да-да, за ноги. Прямо сам можешь ноги идти. Никита, Мате, Мате. Мате! Ударит же ведь. Правильно. Правильно, Даник, делаешь. Правильно. Стоп, Маша, Мате. Мате, стоп, Даник. Маша, смотри. Вот ты что-то, значит, стоишь так, вот проверим, что делаешь вот так. И какую-то ногу оставь одну. Вот. Бери так. Вот он идет. Раз, вот, раз, руку отсюда, отсюда, одну руку бери. Снизу, снизу руку поставь. Но когда он подниматься, чтобы не так подбородок. То есть, если это нога, то вот эта рука. Давай. Вот, постараться. Оп, отсюда. Оп. Да. Ногу поставь вперед. Вперед. Я беру. Стой. Снизу. Снизу. Это сюда. Еще раз. Вот. Да. Еще раз. Вот. Так, другую ногу ставь. Если это. Вот сюда. Ты убираешь ногу. Ту ногу, что впереди, руку снизу ставь. Упирайся в голову ему. Руки снизу, хотя бы одну снизу. Дальше. Дальше ноги отбрасывай, души его. Души его отсюда, ноги дальше, и души двумя руками. Души его, сбивай на колени, дольше ноги, души его. Стоп, стоп, вот видишь, Маша, раз и ложишься. Ноги дальше, дальше, забегай назад. Все считается, 2 минуты прошло. Вот так, ноги дальше. Зайти назад ногами, сесть на него и задушить нафиг. Руки отпусти. Забеги, сядь, ноги запусти. Вот, запускай, 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 запускай. Вот, 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 не спеши ложиться.
Шею держи, то сейчас он выйдет. Ну выйди назад, Даня, красный сверху будет. Я не могу, она замахнется. Давай, держи, держи, Маша, руку, руку, ногами, ногами. Раз, на живот его ложи. Ложи на живот. Вот так и держи, ложи его, ложи. Руки выбиваем, пусть морда бьется. Держи, держи, держи. Держи, сбивай, сбивай его. Вот так. Сбивай, сбивай. А? Души, души его, Машка, души. И души. Смотри, там аккуратно, Владимир. Так. Души, души. Души. Разбивай ногами, ногами его разбивай в сторону ноги. Пусть на живот ляжет. Души, 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 души. Разбивай, ложи его, ложи, ложи. Давай, давай, ложи. Вот. Так, души, души его, души его. Смотри, чтоб за пальцы не брал. Души вместе с подбородком души. Души, Маша, ногами держи. Да, можно. Души его. Души. Руку вот так выключай. Выключай руку и души его. Души, души, Маша, не отпускай его. Мате. Сора, Мате. Что у нас там, Никита? Были какие-то оценки? Нет, Даня, вышел за ковер. Что ты смотришь? Ну и порвали шейку немножко. Вставай. Не надо спиной поворачиваться. Вставай, Маша. Что у нас здесь получилось? Что-то было? Фиксация после бросков была? Не было. Значит, у них ничья, да? Хорошо. Все. Вы остаетесь, добарываетесь. Даник, Маша, пожали ноги, ой, руки. Так, этот, Чеза, Поляков, туда. Или сюда. Так, Игорь, Влад, вы не доборолись, туда. Так, у нас трое судей. У нас трое судей. Влад, встань сюда. Все считается. Никаких двух минут. Четыре минуты до победителя. Влад, смотри, если что, при удушающих, болевых, будь рядом, останови. Если они там находятся, говоришь стоп, и они в этом половине встают, переходят и также ложатся там. Хорошо, смотри, чтобы не ударили. А еще лучше, да, Бутук, перейдите туда, Влад, а вы сюда перейдите. Вы большие, красивые. Дани, ты Бутука, вставай. Нормально, нечего поворачиваться спиной. Спиной повернулся, убили, как правильно Машка сделала. Так, боремся. Игорь, Игорь, Аич. То же самое, Владимир, смотри, они большие, чтобы их не ударили. Даник? Даник? Да. Смотри, чтобы они сюда не ушли, и сюда, чтобы их там. Удушающий, значит, выиграл. Болевой выиграл. И очки считаем все. Четыре минуты. Готовы? Же! Чемпионат республики. Кто выигрывает, получает 10 тысяч долларов. Можно? Можно. Сейчас я серых включу. До свидания. Фиксация чинч в секунде. Не 3, а чинч. И держать. Нету. Влад, останови. Стоп. И так пусть ложатся туда. Фиксировать. Ты смотри, подойди к ним, посмотри, так было, не так. И потом говоришь. Говоришь. Хаджина! Задушить. Ноги вытащи. Угуряну ноги. Помнишь? Бутук, я думаю, это ты, блин, его порвал. Блин. Поклонились.
И еще раз. 1-0. Он Гуряну ведет. 1-0. Еще раз. Вот тут. Вот болевой делает. Нет, другую ногу между ног. Не падать назад. Стоп! Была команда отпустить? Нет. А что ты отпустил? Иди Борис! Ушел, она была забежать и делать удержание. Смотри, чтобы не ударились, Владимир. Останови это, в это положение положись, поставь сюда. Счет есть какой-то, Влад, у них? Машине, а ну иди сюда. Дай я тебе в глаза посмотрю. Я тебя столько лет знаю, с такого возраста, а какие глаза у тебя, не знаю, вот это посмотрю. Так, какого цвета у тебя глаза? Не могу понять, ни серые, ни синие. Никто не может. Значит, тогда так, чтобы узнать цвет моих глаз, здесь 50 раз отожми вперед. Вот здесь вот посередине ложи, чтобы я видел. Не, вот здесь, вот так. Все. Вот как раз снимает. Давай, Маша. Смотри, на все удержание. Ну, сейчас у меня не будем удержать и удержать. Руку снизу. Ага. Дальше. Фиксируй. Раз. Два. Три. Три балла за бросок. Если там тяжело, лучше, Игорь, смотри, чтобы шею не потянул. Так, три балла за удержание. Не отпускай его, Игорь. Не отпускай. Постараться перевернуться, выйти. Влад не работает. Дальше борите, что вы там ставите? Вот тут, вперед. Ну конечно. Влад, минус 1 балл. Нет. Да, ты не работаешь. 6 баллов, уже 5 осталось. Со стороны головы уйдем. Туркан со стороны головы, чтобы видно было, как душа. Что, Маша, получается? Да. Давай. Оп, на партнера не падать. Волевой. Изнутри захвати руки. Не сверху, Чезар, изнутри. Обе руки переверни его. Вот, просунь, возьми руки и переверни его ногами. Даник, останови. Верни, верни их в эту позицию. Стоп. Влад, стоп. В эту позицию сюда возвращайтесь. Стоп. Вот. Руки выключаю душевной рукой. Ногами держи. Ноги. Так, Машка, давай, давай, давай. Сзади осторожно. Сколько сделала? Ну, 20. 20? Покажем? Еще подделим. Еще пресс нужно. Кубики. И пресс сделала? Я же сказала, что 20 и каждый. Ага, сделай еще по 10. Давай. Я хочу видеть тебя чемпионка, ты мне на следующий год нужна очень сильно. Если бы ты и сейчас выступала, я бы тебя забрал, ты на пресс и поехали. Держать. Нет удержания. Ну, Игорек, задушить отсюда. Ну, вперед надо было бросать, Игорь. Я, конечно. Считать удержание. Раз. Два. Фиксация. Два. Три. Четыре. Пять.
Стоп! Маты! Маша доделала. Это делала. Все по 10. Красотуля. Пошива круг ковра, пожали руки. Там кто выиграл? Кто выиграл там? Кто выиграл? Ничья. Ничья? Да. Здесь? Мунгуряну. Ну вот тут пацаны наборолись. Давай, давай, Касюнь. Давай. Так. Пусть пацанам будет. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два. Значит так. Влад, Игорь, Бурдужа. Взяли эту, 50 раз подтягивали. Чезар, Поляков, Унгуряну. Взяли, там подтягивали. 30 раз. Сурка, Бутук. Так, и этот... да, вопрос туда. Бутук, Данис. Вот, вот, это не так, Маш. Блин, поднимаешься, раз, этим сюда, этим сюда. А ну покажи. Вот, вот. Видишь, какая ты красавица, молодец. Как ты у меня? Вот иди сюда, я тебе поскрю назад и скажу, что тебе надо. Иди. Что делать еще надо? Что? Что-то еще делать? Маша, мы должны с тобой публику выиграть. Маша, Рэй, ты уже всех дергаешь здесь. Маша. Все, Маша. Вот. Так. Фиксирую. Фиксирую. Вот, Владимир, красавчик. Приятно посмотреть. Поляков молодец. Игорёха тоже классно. Если бы я не ленился, меня бы доставляли. Хорошо. А, документ. О, Влад подстригался. Не грустно и не снилось-то. Кимоно взяли? Где твой кимоно? Там все, установи сюда. Нет, да, твое кимоно. Ты брал кимоно сейчас, нет? Нет. Нет. Вот здесь встали, я хочу вас фотографировать. Видите, как девочки пашут? Уже вторую тренировку сидят и болтают. Так, ближе. Все, вы же теперь вы втроем туда встали. Домой, да? Да-да-да, все, домой. До свидания. Так, я не знаю, правда, когда Никита засмеется хоть раз в жизни. Дарин, маме. И не ставь снаружи в карман, внутрь. Мальчики построились. Можно, нужно. Но я чувствую тлетворное влияние девочек, они тебя изнасилуют. Влад, становись сюда. Влад, с этой стороны. Тот черный майки штрихи. О! Пацаны. Все.
где будет? Я посмотрю, какие будут хорошие фотографии. Буду, наверное, там у нас в этом. Да, круто. Потому что там не имеет смысла. Миша, надо идти. А что? Да, пожалуйста. За каждую хорошую фотографию. 100 фотографий хороших. Есть виды. Есть фотоаппарат.